войной не получится, разрушая сам, не построишь дом. Гитары, барды и баллады – это Грушинский фестиваль 2011. На Федоровских лугах снова сотни палаток и более 20 тысяч любителей живой музыки. Присоединились к массам и активисты Самарского регионального отделения ЛДПР. На время праздника политические трения отодвинуты в сторону. Остается только позитив. Грушинский фестиваль, я бы сказал, это прекрасный пример, когда объединяются все политические партии, разные религиозные направления. Всевозможные направления музыки, все объединяется здесь, на этом Грушинском фестивале. Здесь доброта, прекрасные отношения. Наш лагерь отличается гостеприимством, во-первых. То, что мы рады всем гостям, все приходят, все довольны, от нас уходят. Отдых отдыхом, но либерал-демократы помнят и про обязанности. Пока одни заботятся о еде насущной, другие преподносят пищу для ума. Посетители фестиваля вниманию и новой информации только рады. Почитайте. Прочитаю. Все должны в этом разбираться. Голосуем-то мы за кого в итоге. Вот. Поэтому, я думаю, правильно. Здесь много собирается народу, народ разный. Вот. И тем более молодежь надо приобщать к выборам. Либерал-демократы на Груши ежегодные гости. Активисты Тольятти отмечают свой первый юбилей. В этом году исполнилось 5 лет, как молодые люди приезжают на Федоровские луга.